Мы хотим, чтобы каждый преданный нашей общины, для него приход Рады Кришны, это было действительно серьезным событием в его жизни, чтобы это не было просто каким-то шоу, кто-то что-то устанавливает, и это очень прикольно, очень интересно посмотреть, что же там будет. Нет, это означает, что для каждого из нас, преданного этой киевской ятры, это рубеж, когда мы поднимаем стандарт в своем сердце. Может быть, это будет повышение каких-то внутренних стандартов, может быть, каких-то внешних. Это не так важно. Но каждый должен почувствовать и проникнуться этой идеей. Я должен как-то меняться. И с приходом Рады Кришны это лучшее время. Время настало. Время настало. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Но это было грандиозно.